Есть великая нация. Она называется горцы. Может быть, от того, что с детских лет дети знают три вещи. Самая красивая на свете женщина – это мама. Самый сильный мужчина – это папа. А видят они перед собой самое великое или величественное – это горы. И все три этих понятия дают изначальный толчок к тому, что мужчина рождается не малышом, не мальчиком, но мужчиной вообще. Я никогда не забуду, мне было немного лет. Я даже забыл, в каком этом городе это было. Я не помню, может быть, в Тбилиси, в Ереване, может, еще где-то. Мама обратила внимание, мне было лет 10. Мы шли по улице, и перед нами шла пожилая женщина. Группа молодых людей сидела на корточках и курила. И, повторяю, впереди шла вот эта пожилая женщина. Они все встали, спрятали сигареты за спину, подождали, пока она прошла мимо, и сели на корточки и стали курить дальше. Наверное, этому нельзя научить. Это впитано с молоком матери. Это высокое уважение к женщине, как к продолжательнице рода. Но это уважение мужчины. В горах должно быть одно эхо. Одно. Это когда отец зовет сына или жених зовет невесту. Нельзя, чтобы в горах было эхо от выстрелов. В том, что я сказал, есть большое отражение в человеке, которого я уважаю. Президент Республики Ингушетия, горец, он мужчина. То, что сегодня этот край представляет горец, в истинном смысле этого слова, мне, жителю равнины, приятно, и для меня честь пожать ему руку. Дай вам Бог мира на вашей земле.